Привет! Как у вас дела? Все хорошо? Мы сегодня будем рассказывать про летом. Летом какие мы читали книги. Угу. Эта книга «Энциклопедия лесных животных». Угу. Про лесных животных, да? Получается, Акнур и Айколь очень увлекаются животными, то есть и лесными, да, и домашними. И дикими животными, птицы, да? Птицы, морские обитатели, рептилии, насекомые. Да. То есть этим летом мы про каждое из них читали разные книги, да? Давайте теперь мы сегодня расскажем про лесных, да, животных. Да. Давай покажи, какая книга у тебя. Давай покажи вот сюда. Здесь вот про медведев. Это тут хозяев леса медведи. Угу. У нас здесь бурый медведь. Это бурый медведь, да? Самый большой хищник леса. Это разновидности, да, медведи еще есть? Какие, да, медведи у нас есть? Есть гималайские, да, медведи? Гризли. И белый медведь. Белый медведь, ага. Дальше. Так, и еще... Серый волк. Про серого волка, да? Угу. Самые ловкие хищники. Да, этот волк самый, да, ловкий хищник. Еще у волка очень острый нюх. Да? Да. Так, еще какие разновидности есть? Вот это кто? Вот это? Это койот. Койот, да? Они тоже... Это родственники наших волков. Ага. Вот здесь вот красный волк. Вот красный, да? Это? Да. Покажи пальцем. Красный волк это. Угу. И еще вот эти рыжие, вот эти, да, волки? Да, рыжие. Они с большими ушами, да? Да, с большими ушами и похожи на лисицу. Да, на лисицу. Еще про кого мы читали? Про лося. Угу. Лоси самые крупные копытные лесов. Угу. А какие разновидности есть? Есть сахатые. Да, сахатые. Да. И благородные. Угу. А вот эти, Коля, это малыши, да? Да. А вот эти пятна, как они называются? Его называют зеркальцами. Зеркальцами. А для чего они нужны? Ты знаешь, ты читала? Это пятна, чтобы... Не потеряться от матери, да? Да. И чтобы не отстать от матери. Да. Так что, ребята, вы тоже знаете об этом. Да.